День органов местного самоуправления отпраздновали в муниципальном центре культуры Магадана. Его отмечают ежегодно. Соответствующий указ подписал президент России в 2012 году. По словам специалистов, сделано это, чтобы повысить роль и значение Института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. В торжественном мероприятии приняли участие первые лица города и области. Население вправе осуществлять свою власть непосредственно, либо через государственные органы и органы местного самоуправления. На местную власть всегда возлагалась важная и ответственная миссия. Становление каждого муниципального образования имело свои исторические особенности, свой путь развития. Как отмечают организаторы, в этот день чествуют лучших представителей органов местного самоуправления, тех людей, от которых зависит успешное функционирование всех, без исключения, сфер городского хозяйства. 22 тысячи органов местного самоуправления существует сейчас в муниципальных образованиях на территории Российской Федерации. И в них работает, сами понимаете, очень немалое количество людей, которые весь свой труд отправляют на то, чтобы окружающие города, населенные пункты, жители этих населенных пунктов жили в все более и более комфортной среде. Творческие коллективы Центра культуры подготовили концертную программу. Почетными грамотами и благодарственными письмами наградили более 50 руководителей. Представители власти отметили, что благодаря труду работников органов местного самоуправления условия жизни в Магаданской области будут улучшаться.